Современная чистая мебель, сейф, фитнес-центр и охраняемая территория. Вот только краткий перечень требований ФИФА к гостиницам в городах, которым предстоит принимать матчи чемпионата мира. Ожидается, что в 2018 году областную столицу посетят более 10 тысяч туристов. Отели региона уже готовятся к приему гостей. Мы понимаем свою ответственность. С нашей стороны мы постараемся сделать все возможное, чтобы мероприятие прошло на самом высоком уровне. Все требования ФИФА будут учтены. До лета 2016 года все гостиницы области должны пройти обязательную классификацию. Большинство крупных отелей эту процедуру уже прошли. Их номерной фонд представлен разными категориями – от беззвездных гостиниц до 4 звезд. При проведении классификации данная гостиница подтверждает свое соответствие государственному стандарту. При определенной звездности предполагается наличие тех или иных видов услуг, либо той или иной инфраструктуры. Соответственно, гостиницы могут получить в любом случае какую-то либо звезду, либо статус без звезды. К 2018 году должны модернизировать все гостиницы Самары. Областные власти готовы оказать поддержку. В регионе уже действует соответствующая программа. Владельцы отелей смогут получить субсидии на погашение ставки по кредитам. На эти цели в течение 3 лет направят больше 400 миллионов рублей. Чемпионату мира в Самаре построят и новые гостиницы. Планируется, что одна из них появится в районе стадиона «Космос-арена». Лариса Шалафаст, Максим Гусев. События.